Змагацца з карупцыяй у першую чаргу метадамі профілактыкі. У прокуратуры вобласці праваахоўнікі абмеркавалі шляхі прадухілення карупцыйных злачынстваў, якія ставяць пад пагрозу эканамічную бяспеку дзяржавы і падрываюць аўтарытэт улады. 137 коррупционных злочинств за 11 месяцев. По словам правоохранников, несмотря на латентность этих злочинств, их все лето выявили на 40% больше, чем летось. Свой плен дала координация працы у всех силовых ведомств. Количество тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений сократилось. В основном выявлены преступления, совершенные управленцами среднего и низшего звена. Что говорит о том, что несколько акценты сместились. Найбольшая колькасць коррупционных злачынстваў у галінах промысловости, адукации, медицины и сельской господарцы. Для Могилевской области характерно и взяточничество, и хищение путем злоупотребления служебным положением, и злоупотребление служебным положением. Это весь тот спектр так называемых коррупционных преступлений. Больш паловы з усіх корупційних злачынстваў хабары адзначаюць у прокуратуры. Далей ідуць крадзяжы шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі, парушэнні правілаў закупак і злачынствы, наступствы якіх буйная дэбіторская запазыка. Правоохранительные, другие государственные органы, которые вовлечены в борьбу с коррупцией, они работают достаточно напряженно, но спокойно. И те недостатки, которые у нас по этому направлению просматриваются, мы их видим. Акцент у барацьбе з корупцией лишь с прокуроры необходимо рабить на профилактику. Закон об барацьбе з корупцией предугледжує для его порушальников заборону на працу у органах керования, позбавление пенсии дзяржслужачага и конфискацию маёмасці, якая не подвержена доходами. Наталья Ильинич, Віталь Вопсіў, Новини регіон.